швы любой гидроизоляции рассматриваются как слабый элемент всей системы. Поэтому так важно подобрать материал, который обеспечивает прочность и герметичность швов с возможностью их инструментальной проверки. В этом ролике мы проведем испытание полимерной мембраны Logic Base как стандартным, так и весьма необычным способом. Для монтажа ПВХ-мембран применяется автоматический аппарат с электронным управлением, который минимизирует риск любых ошибок. Материал сваривается при помощи горячего воздуха без применения открытого пламени. В результате характеристики мембраны после сварки остаются неизменными, а прочность ее швов равна прочности самого материала. Такая сварка формирует двойной шов с центральным воздушным каналом, который служит для проверки герметичности. Для этого проверочный канал заваривается по краям шва и с помощью компрессора и специальной иглы под высоким давлением в него нагнетается воздух, который неизбежно покажет место некачественной сварки. Как видим, наш шов идеально герметичен. Как насчет альтернативной проверки прочности? Насколько хороша и надежна ПВХ-мембрана, сварка которой выполнена не автоматом, а вручную? Выдержит ли она вес целого кроссовера? Давайте разберемся. С помощью ручного сварочного аппарата мы подготовим герметичную ПВХ-подушку. Положим ее под колесо автомобиля и с помощью компрессора попытаемся накачать. Таким образом поднять авто. Изделие готово. Самое время проверить прочность швов и возможности материала. В среднем автомобиль такого класса весит более 1,5 тонн, а масса, приходящаяся на переднее колесо, превышает 500 кг. Чтобы проверить прочность швов, выполненных ручным аппаратом, создаем давление воздуха в подушке и пробуем поднять автомобиль. Невероятно! Швы мембраны настолько прочные, что выдерживают вес большого кроссовера, даже сваренные вручную. Уникальные свойства полимерных мембран Logic Base подтверждены. При выборе материала для надежной гидроизоляции задумайтесь, а другая гидроизоляция на такое способна?